Почему не сбываются предсказания на картах Таро? Почему иногда сбываются, иногда не сбываются? Если человек слишком много хочет предсказаний, то, конечно, не сбываются. Предсказания — это то, что дается от Бога. Если человек имеет право на эти предсказания, неважно, как он их получит, он может просто в молитве почувствовать, что что-то произойдет. Не обязательно это приходит от, через карты там какие-то. Но обычно люди, которые на картах предсказывают, они каждые 5 минут себе что-то предсказывают. Это означает, что, конечно, не будет сбываться, потому что они свой лимит возможности получить это благочестие, знать будущее, исчерпывают очень быстро. Человек не должен этим пользоваться слишком часто. Можно иногда попытаться понять, что будет в каких-то сложных, важных моментах жизни. Но чаще всего, если ты не знаешь, что будет, значит, это еще не скоро будет. Потому что, когда, допустим, девушке пора замуж, она это чувствует. Как она это чувствует? Не вопрос. Ребенка хочет она всегда, с 18 лет уже, все нормально. Нет, неправильно. Когда она выйдет скоро замуж, как она это чувствует? Теряет желание выйти замуж. А? Теряет желание выйти замуж. Теряет желание? Не думает об этом. Как? Не думает об этом. Видите, девушки молчат, мужчина сказал. Правильно сказал. А? Да, в какой-то момент она раз и расслабляется, она уже не беспокоится о том, что она выйдет замуж или нет. Это значит, что она скоро выйдет замуж. Пока она напряжена, значит, надо успокоиться, еще не скоро. Только расслабила, значит, пришло время. Но когда ребенка хочет, все наоборот. Когда не хочется ребенка, расслаблено по отношению к ребенку, значит, не надо заводить. Когда появляется сильное желание, значит, в это время надо, потому что организм готов. Он может зачать ребенка. А если долгое время не хочется, значит, он болен. Его надо лечить. Это циклами происходит у женщины. Обычно год не хочется, два года не хочется, потом год хочется ребенка. И не надо ждать, когда своя квартира появится. Надо сразу же использовать это время, потому что судьба сама все организует для ребенка. У ребенка своя судьба есть. Она сама все организует, ему дает такие возможности для жизни, которые ему нужны. Если вы ждете, то тогда вообще можете ничего не получить. С каждым годом у женщины шансы зачать ребенка уменьшаются. И шансы остаться здоровой после зачатия тоже уменьшаются.